Ребята, всем привет, всем доброе утро. У нас сегодня суббота, 15 июня, уже середина июня, представляете? Середина четверти лета. Во, как ты так сказала. Тебе снять домик? Да, иди снимай сюда, иди сюда. А, шарик просто взял. Вот. У нас утро, время еще 11 утра. Вот мои мальчишки играют в игрушки, а Мина только недавно проснулась. Сидит, смотрит. Не знаю, какую трум, передачу. Трум-трум, да. Тут у нас, как всегда, уже стирка с утра. Вот уже сухое белье сняли, надо будет разложить сейчас. А я хочу сейчас зайти до Альтаира. Надо мне на карточку положить деньги. В тот раз Кристинка ходили, я совсем забыла. Вот, надо будет сходить, положить. Сейчас одна дойду. Я уже говорила, да, что Давидик в садик уже пошел. Да. По тебе там соскучились, Давид, в садике? Я думала, Давидик в садике. Сегодня же суббота. А ты его не видел? Он мультик смотрел в комнате. Поэтому ты думал, что он в садике, да? Нет, в комнате. Нет, мы все в комнате сидели. Кристина, я сейчас, Амир и Амина. Давид в другой комнате был. Вот Амина и подумала, наверное, что Давид в садике, да? Что его рядом с нами нет. Да? Да. Да. Что будем кушать? Амина говорит, иди кушай кашу. Она не хочет. Малыши-то поели. Я хочу кашу. Пойдем. Принесите, может, сюда тебе? Давай сюда принесу. На кухню пойдешь? Не. Уже не хочет животик кашку? Амир говорит, что животик наггетсы хочет, потому что знает, мы идем в Альтаир, а там знает, что есть KFC. А у нас не бывает похода в торговый центр без KFC. Да? У нас обязательно в KFC зайти надо. Да. Без KFC. Без KFC. Один и так, чтобы был, я не смог покушать. Вот-вот, был бы голодный. Да? Да, наверное, не знаю. Дома бы так кушали. Да? Да. Все, ребята, мы уже все обошли, что нужно. Зашли мы еще 4 лапы. Хомяку купила корм. Сегодня не забыли. Давай. Да, не забыли, да, а то мы его с семечками кормим, да, огурцами. А здесь у нас раньше была карусель, уже как года полтора закрыли, и ничего не открывают, да, вот такая огроменная. Из-за того, что здесь... Я хорошо веду? Да. Вот, и все, видите, здесь народу никого нет. Это ж, ну, тут два магазина только работают, зоомагазин, а все остальные магазины с той стороны. Сюда никто не заворачивает. Здесь на углу Витуаль. А сейчас мы зайдем, как всегда, девочки, в KFC и наггетсы купим. И пойдем домой. Кулачок. Да, кулачок. А еще мы зайдем в магазин Магнит, надо продуктов купить. А здесь вот еще Витуаль. Огромная. Ну, тут все остальные магазины. Угу. Поднимаемся мы в KFC. О, поднялись. Стоим, ждем. Все, мы теперь поехали. Все, взяли. Получили заказ, стрипсы заказали, 10 штучек, 2 раза по 5. Хотели 9, а нету. И сейчас идем в Магнит. Выходим? Мы идем с тобой в Магнит. Грязь, обходи. Кукурузу покупать. Хочет кукурузу. Да? Сейчас купим кукурузу, придем отварим. В грязь не ходи, грязь. Або вот. Сухое. Иду, говорю, в грязь не ходи. Он прям в саму грязь пошел. Сейчас вот в Магнит сходим. Да, на улице очень хорошо. Ну, наверное, печет к дождю. Потому что хорошо так сильно печет. Помощник. Да? А мы пройдемся пешком. Одну остановочку. Мне Амир помогает. У меня помощник. Зашли в магазин, еще купили. Продуктов немного, как всегда. Да? А что сейчас жарко? Мы вышли, было прохладней. Сейчас прямо хорошо печет, да? Да. Может, даже к вечерам. Вечером. Да. Да не поднимется, пойдем скорее. Сейчас хочет. Он уже полежать хочет, пойдем. Да, воробушек, смотри, сидит. Маленький. Наверное, птенчик. Он даже не улетает. Пойдем. Не буду я брать его на руки. Не буду, Амир. Пойдем. Ну, я его сфотографировала. Даже вечером к речке сходим, да? Съездим. Фарух приедет с работы около 5 и съездим к речке. Спасибо.
Нравится тебе цветочек? Да, очень. Пойдем теперь к дому. Прогуляемся. И потом? И что потом? У Насти тоже заболели? Ага. Гулять? Угу. Да, что-то в этом году все так болеют. Да? Да. Выздороветь и пойдем все вместе гулять, на речку пойдем. Ну, мы сегодня вечером тоже сходим на речку. Пойдем, а то там, наверное, заждались, и Амина заждалась, и Давидик. Они хотят стрипсов, курочку хотят. Да, и ты хочешь, да? Вон сколько названий машин, ты знаешь. Мы уже подходим к дому. Разные, да? Ух ты. Сколько ты знаешь, это много. Ух ты. Подходим. Ламборгини, Хуракан. Давай открывай дверь. Моя. Давай. О, ты молодец, какой сильный. Спасибо. Угу. Сам ты зашел хоть? Так, надо ключи достать, сумки. Мы пришли. А Давид спит, что ли, Амин? Давид спит, что ли, так тихо? Угу. Не, давайте руки помой. Амирчик, руки помой, где? Амирчик лег полежать, отдохнуть. Да, сказал, очень жарко. И в комнате у нас там тихий час, все спят. Давид спит, Кристинка спит, Лерка спит. Да, Амина не спит. Вот. Ну, я, как всегда, сейчас обзор покажу. Они уже едят стрипсы. Амина с Самиром. И Давидик вот отложила, по 3 штучки взяла. И соус сырный. Давидик у нас такой любит. Вот. И сейчас покажу. Ну, как всегда, взяла себе красящую иранскую. Мне как раз ее на 2 раза хватает. Как раз 2 пакетика. Вот. Хомяку взяли вот такой вот корм, взяла. Мы всегда такой берем. Мыло еще взяла туалетное. Такое детское, это руки мыть. Дети моют. Ну и все здесь. Это мы зашли. И сейчас пробежимся по закупке. По покупочке небольшой. Так, взяла на чем? С курицы. Это в магнит зашла. В магните купили курицу, филе. На вечер что-нибудь сделаем. Даже не знаем, чего, конечно. Не знаю, корочку, хлеб батон. Всегда такой берем. Очень вкусный, хороший хлеб. Взяла еще сухой чеснок. Конфетки Марс захотелось. Хотела взять шоколадку, потом у нас шоколадка уходит за раз. Съедаем, тут конфеты хоть побольше. Конечно, они тоже за раз уйдут. У нас народу много. Кукурузу взяла. Уже готовая, только разогреть в воде. Просто Амир очень сильно кукурузу захотел. Говорит, давай возьмем, я люблю, говорит, кукурузу. Вот взяли кукурузу. Печенье тоже взяла вот такое американское. С шоколадом овсяное. Вафли с вареной сгущенкой. Колбаска, папа может, пражская. Потом взяли сыр. Так вот. Варвара коса сметанковый. Кстати, тоже хороший сыр. Мы уже брали, но нам все равно всех больше нравится топленое молоко сыр. Ну и остальные тоже так вкусные. Но тот у нас как бы на первом плане. Но того сыра не было сегодня в магните. Взяла я сметанковый. Потом останки на итальянское. И вот такой плавленый сыр тоже на хлебушек намазываю. Сверху колбаску кладу. Быстренький вкусный бутербродик с утра готов. Вот все. А, про молоко. Молоко тоже взяла. Вот такое шоколадное. Тоже Амирчик захотел с детьми лучше не ходить. Они хотят все. Хотя он, в принципе, ничего не набрал. Он так взял кукурузу и молоко. Вот и все. Ходил, сам себя нахваливал. Я бабушка, у тебя умный. Молодец. Я говорю, молодец, молодец. Ну, он правда молодец. Хороший мальчик. Вот. И взяла такое молоко шоколадное. Взяла простое молоко. Все. Вот такая вся покупочка небольшая. Сейчас попью кофеечку, вот, и не знаю, как бы делу. А, надо будет белье еще стирку. Я как бы постиралась, но стирка уже закончила стирать, а я пошла в это время вот, в Альтаир, стирку не вытащила. Белье, вернее, из машины не вытащила. Надо бы сейчас достать белье из машины и еще закинуть одни полотенца. Хочу их закинуть на
2 часа с носками постираются. Мама там. Все, ребята, мы поехали к речке. Тут недалеко ехать. Вот Михайловская. Потому что на улице хорошо, тепло. Вот время у нас 5:00. Уже приготовили шашлычок. Ой, уже 6:00. 5:00. 6:10. Красинка недавно приехала с Варухой, привезли шашлычка, но в магазин заезжали. Так, всего понемножечку взяли и поехали к речке. Дети будут там играть у речки. Едем на наше любимое местечко. Там народу вообще нет. Песочек. Ну, может быть, есть, да, но все равно там мало бывает, да, редко. Сколько раз ездили, да, ну, может, сегодня суббота еще. Но будем надеяться, что никого не будет там. Сейчас здесь поворачиваем, да. Нет. Дальше, а не до дома. Ага. Сиди дальше. Здесь только много этого борщевика растет. Он... Это еще он маленький, а в августе мы ездили, он выше нас, он высотой 2 метра вырастает, если даже не больше, да? Недавно. Помнишь, да, Мера? Мер помнит. Мы каждый год сюда приезжаем. Да. Дорога, конечно, здесь убитая. Это наше место. Ученики выбритые, да? Тут что тут? Вон борщевик растет. Вон, смотрите, девочки, вот как тут сажать в таком борщевике? Вот огород, да? Вот смотри, весь огород заросший этим борщевиком. Фу, навозом пахнет. Тут ферма. Точно. Так бы и было бы. Девочки, тут такая дорога, что-то вся. Прям еду и переживаю. Вот, видите, борщевик какой огромный. Сейчас выйду из машины, покажу. Ой. Все, мы приехали на наше любимое место. Мы думали, мы будем здесь одни, а мы здесь не одни. Тут тоже семья с детьми, там еще маленький ребенок, вон они. Вот, ну ничего, мы друг другу не помешаем. Мы с этой стороны, но я тоже думаю, что много. Здесь хорошо, там скоро будет солнышко и уйдет в Норском, там уже не так будет светить, да, ну, уйдет на пляже-то. Там же деревья, там уже в это время солнышко не светит. А у нас здесь солнышко-то светит. Долго-долго будет светить. Здесь деревья все, кстати, спилили. Здесь деревья были наверху. Заметила? Вот они. Да. Вот. Тут деревья стояли наверху. Вот видите борщевик? Вот-вот. А он вырастает до 2 метров. И причем тут это поле все в борщевике. Да, больше до 5. Ну, он высокий. Я точно не знаю, сколько он высотой вырастает. Но очень высокий вырастает он. Огроменный. Ангал смастерил. Кристинка тут все располагается. А я, как всегда, тут базарю. Снимаю. Водичка тепленькая, кстати. Вот. А дети там в песок играют. Чего, Амир, говоришь? Да можно, помочите. Поплыли, да. Я бы тоже прокатилась бы. Да. А Давид там сидит, вон. Все, Амиру разрешили к воде. Снял обувь, побежал в водичку. Даже ветерок теплый дует, да? Дети там сами по себе. За Давидом наблюдаем. Фарух раздувает, слышишь, да? Раздувает костер, дует. Ну, тут классно, детям. Угу, в песке. Ну, стекла нету, да. Стекла много в песке. Стекла очень много. Здесь вот такая зона, они никуда не убегут. Ну, играют, некуда бежать, играют, да, играют, да, играют. Мне нравится, что здесь можно на траве посидеть. Вот так вот, а не на песке. А
там тоже в прошлый раз на траве. Ну да, но там далеко от берега. А тут-то нет. Я вчера достала, вот воду подвинуть. Да, беда, он сделал, да, вот это тут пленка. Пошли, Давид. Пошли. Я с тобой. Я с тобой. Стой, стой. Идем. Да, Амирчик, аккуратно. Аккуратно, не прыгай. Амина, не кидай. Амир, сюда иди. Далеко не уходи. А так. Весело ему. Пошли туда. Нет, нет. А уже все поздно. Смотрите на Давида. Давай, Давид, отпускай, ладно, заплевай. Да. Да, да, Давида, Давида. Смотри на Давида. Давида, не надо. А типа ее не мочит. А мне тоже можно. Он типа ее не намочил, он боится. Такие веселые ребята. Ой, извини, промазала. Ладно, Давид. Давид. Не поднимай руку, что у тебя есть. Да, да, вот ты. Дети прыгают, все уже сырые. Давид уже штаны снял. Но все, держит футболку, чтобы не намочить. Хотя она у него уже вся сырая, но он ее все равно держит. Красиво, тут музыка. Тут взяли мы черешню, виноград. Здесь, а что у нас здесь, Крис? А, грибы, лаваш, сосиски, кетчуп, майонез здесь. Это Давида лимонад. А этот чистый, а нет, там помидорки. И Фарух, и огурцы. Фарух тут уже шашлычок жарит. Мы в этот раз много не брали, чтобы так чисто поесть немножечко. Наверное, 2 килограмма, да, мяса? Да. Короче, 2 килограмма. Да, черкизовский шашлык берем, вкусный очень. Всегда его, кстати, берем. Вот. Уголь был уже тут. А что случилось у них? И, ну, извинись. У тебя есть сухая одежда. Такая вкусняшечка жарится. Спокойненько будет. А куда нам торопиться-то? Пусть хорошо прожарится. Под низом.
Своими всеми песочными руками так вверх. Мы все отдыхаем. Давид весь сырой. Давид весь сырой. Вот сказали, разрешили. Да. Сейчас вот так вот сделали. Вот тут уже разложили. Но это мы потом перенесем все туда. Да. И здесь. Разрешили им только зайти по колено в воду. В итоге они уже сидят в воде. Все вот уже сырые. Но мы им сменку взяли. Да, вот помидорки, огурчики. Переодевку взяли им, так что будут сухие, поедут домой. В этот раз мы предусмотрели все. Вплоть до одежды. Вон, Амир вообще хорошо там сидит. Ты ведь прямо сел. Ты ведь прямо и сел в воду-то. Давай, плюхайся. Хорошо плюхнулась. Разреши называется, да? Не-не-не, не надо нырять. Я могу. Ну не надо нырять. Попрыгать, но нырять не надо. Все, 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 Самир, вставай, вставай. Все-все-все, не надо, сейчас сырые будете, все-все. А конечно, и так сырые, ладно. Вкусно пахнет шашлычком. Надо... Лера, позови. Кушать скажи мясо. Еще, скажи, пойдемте кушать. Хотя, у нас нет. Да, может, поедят. Горяченькое, да. Идите кушать, Амина. Давидик. Давид. Амир, Давида. Так, один бежит. Иди ручки мыть. Все, короче, не хотят идти. Зовем, зовем, они ни в какую не хотят. Вот так вот. Да, вкусненько получилось. Приехали на природу кушать вкусняшечку. И, конечно же, отдыхать. Песня такая. Беговел! Беговел-то бери хотела. На беговеле-то. Ты нагрелся уже? Пойдем. С тобой? Иди маршмеллоу жарить. Уже вечереет, уже столько времени у нас. Уже половина восьмого. Смотрите, они у нас. Молодцы. Идите жарьте маршмеллоу. Ничего не хотят девочки. Ни мяса, ни сосисок, ничего. Вот маршмеллоу пробежали жарить. Все сырые. Не подходит. Я пойду помою. Давайте я. И взади. Давайте. Давай я вам сейчас. Да, солнышко уже садится потихонечку. Ну, скоро домой посидим. До восьми, да? До половины девятого посидим? Да? Нет. До девяти? А, ну, мне, конечно, я просто спрашиваю. Мы сидим и сидим. Ну, короче, пока сидим и сидим. Да. Потом приедем детей в ванну и спать. Да, Амир? Все уже. Замочим ванну их и баньки ляжем. Да, Лера? Салфетки, где у нас ванна? Вот здесь вот. Вау! Вот тебе вау! Давида. Понюхай. Давида, подожди. Мама, как всегда. А? Пойдем жарить. А ты маршмеллоу уже пойдешь жарить-то? Вот так, смотри. Вот так, ставь и держи. Чтобы она висела вот так, близко будет. Ко мне. Давай. Только давай, близко не подходите, отсюда. А то обожгетесь. Что-то солнышко светит, все, хочу отсюда. Садись. Ты, садись. Ты. Садись. Вот так. Вот так сейчас, то она тут вот. Солнышко засвечает. Получается с блеском. Вот так держи, да. Вон, жарьте. Давай кому пожарить. Меня комар укусил, так чешется теперь палец.
Красавчики. А Давид, Амир, посмотрите сюда. Давидик, на бабу Таню. Амир, посмотри тоже. Готовите. Да, у тебя вон уже потихонечку. Давайте смотрите, Амина, Амир, смотрите сюда. Амина. Давидик. Смотри, смотри, чтобы не сгорело. Давид, ванилью запахло. Вон у Амира как. У Амира лучше всех жарится. Смотри, Амир. Смотри, у тебя ванилью запахло, да? У Леры лучше всех. У папы. Еще жарь, мало, мало. Давид уже кушает. Нет, Амир, Лера верти, у тебя верти, у тебя горит. Верти, да. Вон, все, давай. Папа. Мне. Папа сыну пожарь. Давай, чтобы не сгорело. Ванилью пахнет. А у меня маршмеллоу поцарапано углем. Папе, дай папе пожарить. Давай, пожарите. Папа, жаль мне. Сейчас всем папа пожарит. Покажу, как Кристина кушает. Она такая вкуснятинка. Она как мороженое, да? Как мороженое. Тянется. Вытяни мне руки, а то они в грязной воде. Давида, еще рано, Давида. Ну, вон на папе, дай папа тебе сделает. Давай, давай я пожарю. Папа сейчас, да, то пока давай ты ждешь, сделаю. Он все съест уже. Жди, жди, Давида. Вкусно? Угу. Такая вкусняшка. Сейчас дай. Вкусняшка. Вот такая вкуснятина. Кусай давай. Да. Не хочешь? Амина, на. Давида, на, кушай. Такой мне отдал, не хочет. Он лучше огурчики съест. Девчонки, как это вкусно. Реально. Первый раз марчмелку пробую такую. Вкуснятина. Он еще едет одна баржа. Так, ребята, мы уже дома. Малыши тут моются. Я так вот покажу чуть-чуть. Ты что, вот, голову не снимаешь? Я вот только голову снимаю, лицо. Вот. Да, запихнули их в ванну. Сейчас они сполоснутся от речки. Да-да-да. Кто загружает уже все сразу, все на погуляли. Еще разрешили им в воде поляпаться, конечно же. Но ничего, сейчас это быстренько все отстираем. Все сделаем. Все, быстро перед тем нам все намыли. Кристинка тоже перемыла все ложки, которые брали с собой. Ну, еще остались кружки помыть. Я их не помыла. Вот. Сейчас детей сполоснем. Они там купаются пока. И мало в речке-то, они сейчас в ванной купаются. И будем уже ложиться спать, смотреть телевизор. На улице тоже уже там солнышко садится. Но на улице очень хорошо, тепло, хорошо. У тебя! Все, малыши намылись. Беги! Играют тут. Амир смотрит мультик, там лежит. А мы с Лерой тут сидим. Семечки решили немножко погрызти. Почистить, погрызти. Ну и погрызти, и почистить. Все подряд. Ой. Масло уже не. Запасная пулька. Ты дай, держись подальше. Беги. Не надо в лицо.